Всем привет! С вами я, Александр Навасов, и в данном видеоролике сегодня у нас будет Open Casing. Сегодня мы открываем капсулы с автографами и претендентами Катовице 2019. Ладно, давайте сейчас будем открывать пока что автографы, но потом разберемся. А перед просмотром поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Навасов. Погнали! Открываем эту капсулу и смотрим, что там будет выпадать. Так, ну и, конечно же, открываем контейнер. Так, и мне выпал сотфик. Ну, не так уж круто, но все же сотфик. Нормально. Открываем следующую капсулу, и это Итан. Круто, да, вообще классно. Третья капсула, и нам выпадает Йорик. И четвертая капсула, нам, наверное, что-то выпустить должно золотое. И нам выпадает Сергей. Пятая капсула, и нам из нее выпадет сейчас что? Кейс! Золотая кейс! Серьезно? Охренеть, нам выпал кейс золотой! Круто! Я же говорил отсюда, что-то золотое должно нам выпасть. Так, открываем теперь голографические наклейки, смотрим, какие здесь есть. И начинаем ее открывать. И что нам из нее выпадает? Team Spirit! Круто, да. Team Spirit это тоже достаточно круто, мне нравится. У меня еще никогда не было такой... Team Spirit, потому что это Катовица 2019, это прям вообще самое крутое, что есть. Открываем дальше следующую капсулу, это уже вторая. И давайте, что нам выпадает здесь? Нам выпадает Vitality! Серьезно, нам выпадает Vitality! Супер, вообще найс. Еще раз найс, круто, найс. Крутая наклейка, ребят. Так, продолжаем открывать наши капсулы. И здесь у нас сейчас выпадет интересно что. Мне правда интересно. Нам выпадает Фурия! Фурия! Голографическая Фурия! Серьезно! Серьезно, нам выпала Фурия! Голографическая! Серьезно! Охренеть! Фурия! Я такой только мечтал наклейки. Это просто пипец! Это такая крутая наклейка! Она стоит вообще очень дорого сейчас. Я ее продам и куплю чем еще. Остается две капсулы из... Эта капсула нам выпадает Intel Core, Extreme Masters ECL. Достаточно тоже это хорошо. И из последней капсулы интересно же, что нам выпадет. И нам выпадает, что это такое? Greyhound Gaming, металлическая. Ну круто, да, вообще nice. Ну, ребят, это тоже достаточно таки хорошо. Мы окупили сегодня все наши капсулы. Это прям вообще с вас лайк, ребят, это реально, это контент. И даже мне сегодня выпала Фурия, прям вообще, конфетка вообще супер выпала. Все, ребята. Ну и надо, наверное, заканчивать наш видеоролик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока-пока!